Привет! Доброго времени суток! Я Гайдай Андрей и наш питомник Виноград Одесса рады снова приветствовать вас на нашем канале. Наконец-то у нас наступило календарное лето. И вы, образно хочу выразиться, глазом не успеете моргнуть, как отцветут наши и ваши виноградники. Если вы прислушивались к нам и сделали два необходимых опрыскивания перед цветением, тогда у вас должно быть все хорошо. Хотя знаю, что второе опрыскивание перед самим цветением было многим сделать непросто. Постоянные осадки и дожди с интервалом час-два, а то и чаще, не давали вам покоя. В период перед цветением, когда погоды очень дождливые и непредсказуемые, очень важно использовать системные препараты. Достаточно, чтобы используемый вами рабочий раствор впитался в листовую пластинку. В принципе, для этого достаточно около часа времени. Но для надежности в такие растворы мы добавляем соответствующие прилипатели, такие как Тренд и многие другие. А сейчас я хотел бы, чтобы вы вспомнили те основные фазы периода развития винограда, когда необходимо в срочном порядке провести опрыскивание. В этом видео я хотел бы рассказать о третьей и четвертой обработке винограда, которые не менее важны, чем первые две обработки до цветения. Друзья, сейчас в интернете огромное количество информации на тему обработок и средств защиты. Те же производители часто на своих сайтах расписывают огромные таблицы внесения тех или иных препаратов на различные культуры. Мы же хотим быть полезными для вас в полном смысле этого понятия. В любом случае будет правильным, если мы вместе с вами научимся вместе определять тех или иных вредных патогенных организмов на наших виноградниках. Вы не думайте, что вы на первом же кусте найдете всех своих вредителей и все болезни. Давайте вместе попробуем это сделать на примере нашего виноградника. А в процессе этого осмотра я буду комментировать и делиться мыслями, какие мне могут приходить в данный момент. Здесь немножко меньше. Тут четко тоже просматривается, что... То есть мы с вами определились, что мы можем начинать опрыскивание. Теперь прогуляемся по территории и посмотрим, какие болезни мы можем здесь определить, какие есть симптомы, чтобы выбрать препараты для опрыскивания. Прогуливаясь по винограднику, я обратил внимание, ну вот кишмыш Ниагара. Вот такие имеют уже крупные, уже полтора гороха размер. Ягоды, и смотрите, что я вижу. Видите? Попытаюсь сейчас. Вот такая точечка. Это трипса. Оставляю такие точечки. И они потом могут увеличиться. Не... Вот сфокусировала камера. То есть у нас здесь есть вредитель, который прокалывает ягоду. Тоже это учтем при подборе препаратов. Идем дальше. Конечно же, я не могу не посмотреть на нашу феромонную ловушку. Я здесь не был около недели. Неделю назад здесь было около 7-8 бабочек. Я сейчас при вас... Ого-го! Ого-го! Раз, два, три. Около 20 бабочек я вижу. Это немало. Поэтому мы обязательно поставим что-нибудь в опрыскивание против непосредственно листовертки. У меня из этих препаратов, к сожалению, ничего нету. Есть другие препараты, поэтому обязательно против листовертки мы поработаем. Гроздевая листовертка. Опасная ее гусеница. Маленькая, длиной 6-8 мм, с желтенькой головой. От других листоверток отличается большей подвижностью. Такая энергичная, можно сказать, зараза. Зимой в стадии куколки, в трещинах коры многолетней древесины. Вот тут, скорее всего, есть листовертка. Вот, друзья, смотрите. Паутинка, видите? Одной рукой пытаюсь. А что говорить? Что говорить? Она есть. Только что я ее видел. Опа, я ее нашел. Отлично. Это будет круто. Вот эта зараза, вот она висит на паутинке. Не берет ее камера. Вот я зум нажимаю.
Не берет ее камера. Я сейчас на руку поставлю, на руки вы ее видите. Это гусеница. Вот, видите? Как она отзывается. Поэтому ждать нельзя. Надо проводить опрыскивание. Несмотря на то, что есть вот такие еще маленькие ягоды. Надо проводить опрыскивание. Все четко. Здесь у нас что-то куст как-то не подвязанный. Видно, прозевали. Не все идеально, как говорится. Вот я говорю. Прикосновение со шпалерой. Какой-то из вредителей оставляет такие свои, так скажем, метки. Но видно на ночь или на день где-то прячется, поэтому мы не видим, кто это. Так, вот я, ребята, вижу. Скорее всего, это аленка мохнатая. Сейчас фокусируется. Как она вредит, я расскажу дальше. Ее надо тоже снимать, если ее очень много. Жуки-аленки интенсивно повреждают соцветия и бутоны. Продолжаем наш поход. Милдю – это самое опасное грибковое заболевание. Все начинается с листьев. Сначала появляются желтые маслянистые пятнышки. Потом с нижней части листьев эти пятнышки дублируются прорастанием спор. Эти споры развиваются и могут полностью поразить весь лист, и так даже целый куст. У нас же проявилось на соцветиях. Зараженные соцветия винограда окрашиваются, буреют, скручиваются и засыхают. Так, вот этот вот момент, смотрим. Вот это, скорее всего, это, возможно, милдью. Вот такое вот усыхание. Сейчас я его сорву, вам покажу. Вот такое вот усыхание. Фазу цветения, это может быть проявление милдью. Поэтому я для борьбы с милдью применяю мельт содержащие препараты, такие как бордоскую смесь, хлорокись меди и другие. Но лучше всего работают системники: Радомил Голд, Акробат, Квадрис, Квадриотоп, Фальпан, Танос, Док Про и другие. Нельзя не пройти мимо этой гроздочки, этой кисти. Смотрите, как проявляется начальник стадии хаидиум. Появляются пятнышки на стебле кисти. И вон там внутри такие вот, такой налет. Хаидиум — это также опасное грибковое заболевание. Поражает не только европейские и азиатские сорта винограда, но даже повреждает подвойные сорта. Кроме серы, для борьбы с той же мучнистой росой, она же аидиум, разрешен целый ряд высокоэффективных фунгицидов. Топаз, фалькон, фундазол, строби, топсин М и многие другие. Их применение возможно совместно с препаратами, защищающие растения от милдью, а также некоторыми инсектицидами. Еще один яркий пример, что у нас здесь есть аидиум, это когда разрывает вот так вот ягоду. Далее, чем ближе к созреванию, особое внимание надо уделять профилактике против гнили. Самый большой урон на виноградниках может принести серая гниль. Если ней поражаются соцветия, то они отмирают, буреют и засыхают. Внешне такое поражение напоминает паралич грибней. Во всех последующих обработках важно применять препараты против серой гнили. Также очень важно учитывать кратность обработок одним и тем же препаратом. Каждый производитель пишет об этом на своих упаковках. Вы должны знать, что у растений появляется резистентность или устойчивость к тому или иному препарату. И если эти препараты не менять согласно инструкции, то тогда попросту ваши труды могут быть насмарку. А теперь давайте я вам лично покажу, как мы делаем рабочие растворы для обработок на винограднике. Кстати, недалеко отходя, как вы думаете, что это у нас завязалось? Это у нас Хэллоуин. Отличные ровные ягоды. Тоже ждем сигналок. В прошлом году у нас по досадному недоразумению не получился Хэллоуин. Итак, у нас будет два препарата против
вредителей, 2 против аидиума, 1 для профилактики поставим против милдию, и поставлю еще борсодержащий препарат. Вот смотрите, тут у нас есть немножко мелкие ягоды, и поставлю препарат, который рекомендует мой поставщик непосредственно, это Nano Energy, говорит, попробуй, попробуем. Там у нас аминокислоты и фульвокислоты. И немножко НПК, совсем немножко. Следующая фаза после цветения, это ягода мелкая горошина. Смотрите, вот у нас ягода до сантиметра, ягода сантиметр, чуть больше сантиметра. Это у нас четвертая фаза, предпоследняя. После этого еще 2 будут обработки на этом участке и уборка урожая. Знаете, я практически уверен, что на эту тему мы еще с вами обязательно поговорим. Не все знают, что наш питомник «Виноград Одесса» также занимается виноделием. И в этом видео между нашими подписчиками мы хотим разыграть бутылочку нашего вина «Каберне Розе». Для этого подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пишите любой комментарий со словом «Каберне». Это просто для того, чтобы мы понимали, что вы хотите участвовать. Всем удачи! А на этом я буду заканчивать наш очередной ролик. Обязательно, друзья, участвуйте в нашем розыгрыше, потому что те вина, которые мы разыгрываем, достойны наших подписчиков. Все, всем пока-пока, до свидания!